Всем привет, дорогие друзья, с вами Егор Лимон, и в этом ролике я сделаю в Брокхевен, в Роблоксе вышло обновление, добавили новый дом, и я сделаю обзор на этот дом. И также в этом ролике я хочу поискать своих подписчиков. Давайте сейчас сразу посмотрим, может, какие-то новые вещи есть. Я пока что не вижу, нету. Давайте сразу поставим новый дом. Это, я так понимаю, детский сад. Я, кстати, надеюсь, что добавили новый премиум дом, потому что уже давно не выходит премиум. Вот новый дом. А, так тут все английские. Тогда зайду потом на другой сервер. Так, вот. Вот такой домик. Ну да, типа детского сада. О, прикольно. Тут можно вот сюда вот пролезть. Вот так вот. Прикольно. Я бы хотела, чтобы пока... Ну вот, когда я был в саду, я бы хотела, чтобы... У меня был вот такой вот домик. Блин. Сюда вот друзей классно приглашать и вот играть. Да, это похоже детский сад. Да, вот детская площадка есть. Я надеюсь, что я найду какие-нибудь секретные комнаты в этом доме. Кстати, а где сейф? Ты что, нет сейфа? В каждом доме есть сейф. Так. Ну, кстати, вот кровати очень круто сделаны. Вот эти вот бортики. Так. Пока что ничего не прям вот сверхъестественно. О, кстати, мне кажется, или тут крыши нет? А, кажется. Ну, там вот лазилка есть. Возможно, как раз таки в лазилке. Тут находится какой-нибудь секрет, где в этом секрете находится сейф уже. Вот мне нравится этот дом, прикольный. От 1 до 10, наверное, 7,5. Ладно, давайте тогда переходим на русский сервер и ищем своих подписчиков. В общем-то, я зашел на русский сервер, и давайте искать подписчиков. Так, нет, тогда кто подписан на что за фигня? Егор Лимон, пиши я. Вот так. Вот что, подписчик? Ну, тут пару людей, конечно, не русские. Так. Так. Кстати, может, новую квартиру добавили? Еще проверим. О, да, реально. Офигеть. Давайте посмотрим, что это за новая квартира. Ё-моё. О, господи. Настолько огромная. Это как дом. Я просто в шоке, насколько она большая. Она очень большая. Проверка. Нет. О, нормально. Тут еще и второй этаж. Тут первый этаж. Мне кажется, или тут эта секретка есть? А, нет. Не секретка. Стоп, ребят, смотрите, мы можем пройти сквозь стены. Так, вот так вот ищем.
Вот так вот на и нажимаем. А нет, не получится. Так, переходим на второй этаж. Так, тут библиотека. Тут три этажа? Что? Так, тут басик есть. Какая-то странная штука. Подвесная. И вот такие... Так, это кто? О, круто, подписчик пришел. Кажись. Так, кажется, подписчик. Ты подпис. Так. О, круто, подписчика нашел. Сейчас. И нос. Снима. Ну, в ролике сразу я нашел подписчика и проверил два дома. Один, он огромный. Сейчас я хочу посмотреть, как он тут выглядит. О, господи. Офигеть. Вот если бы был еще и выход вот на эту крышу, сейчас покажу. Не знаю, как это показать. Еще попробую. А, никак не похоже, не покажу. А, нет, покажу. Берем конус. Если бы можно было забраться вот сюда, вот. Ну, вот, короче, вот на эту крышу, то вообще это была бы имба. О, еще один. Что, подписчик тоже? В общем-то, на этом сервере закончились подписчики. Я сделаю вот так вот. А раз он мой подписчик, вот так вот сделаем. Вот так вот. И вот. Так как-то мало денег кидается. Дадим денег и... В общем-то, вот все. Я проверил целых два дома, и один мне очень понравился. Я, наверное, только его всегда буду ставить. Это типа как для бога. Там огонь есть, все вот, фонтанчик тоже. И еще плюс покормил, дал денег подписчику. Я точно не уверен, это все или нет. Может, еще что-то добавили. Странно то, что садик детский не изменили. Сейчас посмотрим, может, новый вид. А, нет, нету. Так. Не, ну что-то... О, точно. Во. Поп сделали. Так, сразу я вижу уже новые. И тут точно должно быть новое что-нибудь. Нет, тут, к сожалению, нету. Ну что ж, ребят, надеюсь, вам понравилось данное видео. Если это так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Егор Лимон. Если вы хотите со мной сняться в Роблоксе, пишите мне в комментариях. И всем пока!